Здравия желаю, уважаемые подписчики и просто посетители. Вчера спрашивали, значит, схему прожектора на 20 ватт бестопливного и принцип работы. Но я вот зарисовал приблизительно. Сейчас объясню. Значит так. Подключение идет с сети 230 вольт. Или в данный момент из сети. Или если у вас есть АКБ, с АКБ. Мощностью там, ну хотя бы 100 ватт. С АКБ, значит, на инвертор и в сеть. А здесь, если из сети, значит, прямо питание сюда. Вот сюда. На диммер. С диммера, значит, выходит фаза и ноль. Так как напряжение мы уравниваем, то есть добавляем примерно наполовину. Но это регулировать, в каждом случае регулировать надо, как говорится, отдельно, так как напряжение разной сети. Что у нас получается? Фаза пошла на прожектор. Вот этот прожектор. 20 ватт с открытыми этими. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 светодиодов. Мощный прожектор. Вообще написано 20 ватт, типа равносильно 140-150 ватт лампочки накаливания. Так написано. Значит, фаза пошла сюда, на прожектор. А раз урегулировано, значит, она идет столько, сколько нужно. Попадает на прожектор. Сила тока, значит, здесь примерно равна. У прожектора чуть больше, чем подается с диммера. Значит, когда прожектор получил питание, обратный ток, так как ток с прожектора сильней, пошел сюда. Встретившись здесь, ток выровнялся. Как известно, значит, токи выравниваются. Выровнялся. Вот. И потребление стало ноль. Дальше. То есть и этот ток, вот этот вот, откатился назад в это время, когда ноль. Так как ток небольшой, он тоже откатился вот отсюда назад в сеть. В сетчик. Но как только она, значит, подала, стало ноль, здесь-то уже нет подачи, сюда нет подачи, значит, здесь остыло, снова остыло. И тогда вот с диммера опять пошел сюда. Здесь она раз, зажглись лампочки, получилась энергия, обратный ток опять, опять выровнялась. И так происходит беспрерывно. Это то же самое, что я на реле ставил, но тут и реле не надо, так как здесь сила тока небольшая, поэтому подгоняется автоматически через диммер. Тут есть ручка. Подгоняете, значит, ручку диммера с помощью. Здесь меряете амперметром можно. И ручку крутите, вот эту ручку крутите здесь, а здесь смотрите амперметром, как у вас станет ноль, а лампа продолжает светиться, прожектор, значит, все нормально. То есть вкратце вот такая схема. Еще раз, сеть, диммер, прожектор. Диммер на 500 ватт, 230 вольт. Можно и меньше. В общем, все предельно ясно.
Ну, как видели, светит это все ярко. Вчера показывал. Вот. Кому интересно, посмотрите первый ролик. На этом все. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, исполнения всех ваших желаний. С наступающим Новым годом!